чемодане Foxhall Т-2000 поставляется сам прибор со встроенным аккумулятором, OBD-кабель для подключения к блоку управления и считывания данных из системы ТПМС, кабель для зарядки прибора с адаптером, картридер для обновления программного обеспечения, инструкция, гарантийный талон, и также в комплекте идет 8 датчиков. 4 из них идут с резиновым клапаном, что чаще используется на штампованных шинах, и 4 датчика с металлическим клапаном, которые чаще применяются на литых дисках. Таким образом, комплект с датчиками и самим прибором позволяет начать работать сразу после покупки. Вы имеете возможность запрограммировать датчики. А комплект из двух видов клапанов позволяет сразу подобрать то, что нужно. Также датчики можно приобретать у нас и отдельно. Т-2000, так же как и модель Т-1000, позволяет программировать датчики, которые можно считать непосредственно с колеса. Но также он может работать через OBD, и именно эту функцию мы сейчас посмотрим на автомобиле. Итак, мы попробуем сейчас подключиться к автомобилю и проверить, в чем отличие Т-2000 от модели Т-1000. Подключаем прибор к OBD разъему автомобиля. Включаем зажигание. И включаем прибор. Так, меню прибора у нас состоит из непосредственно диагностики ТПМС и работы с датчиками давления в шинах, определения оригинальных датчиков, производителей, их каталожных номеров и их спецификаций. Также у нас есть диагностика по стандарту OBD, последний тест, тест брелков на частоту и их работоспособность, управление базой данных и настройки. В принципе, меню похоже на модель Т-1000. Главным отличием, как я уже говорил, является то, что Т-2000 имеет возможность подключаться непосредственно к автомобилю и работать с системой ТПМС. Давайте попробуем это сделать. Заходим в ТПМС, выбираем регион. У нас автомобиль Opel Insignia, Европа. Выбираем Европу. Дальше пролистываем до Opel, Opel Vauxhall. И здесь мы можем выбрать SmartWin или ручной выбор. Ручной выбор позволяет нам выбрать модель из всего списка. Но мы воспользуемся вариантом SmartWin, который позволяет прочитать ВИН-код автомобиля из блока управления и расшифровать его. Как мы видим, модель 2014 года, Opel, Insignia и ВИН-код автомобиля. Нажимаем «Далее». Здесь у нас еще один выбор. У нас год 2014, поэтому выбираем верхнюю строчку. Меню схоже с моделью Т-1000, но есть и отличия. Первое, что у нас главное отличает, это диагностика системы ТПМС. Мы можем зайти в систему ТПМС, почитать ошибки, посмотреть ID датчиков, прописанных в автомобиле, удалить ошибки, посмотреть реальные параметры, перепрограммировать датчики еще раз. И также у нас есть специальные функции. Давайте пройдемся по меню. Первое. Сенсор ID. В принципе, одно из основных. Это как раз чтение ID датчиков, которые прописаны в автомобиле. Следующий пункт. Информация о блоке управления. У нас тоже параметры калибровок. Можем сохранить это в память прибора, но нам это сейчас нет необходимости делать. Следующий пункт – чтение кодов ошибок. Тут у нас немножечко с переводами есть сложности, поправим. Системный пароль
Это перевод систем PS, то есть система прошла диагностику и ошибок не обнаружено. Дальше удаление кодов ошибок, если они у нас есть. Текущие параметры. Тут у нас сразу идет информация и по давлению в шинах, и по ID-датчикам, по их режиму. То есть достаточно много данных. Следующий пункт у нас OBD-релеон. Это повторное обучение датчиков. То есть те датчики, которые уже есть в системе, мы повторно их обучаем. Иногда эта функция необходима, когда есть проблемы с идентификацией датчиков. И последний пункт – сервисные функции. Здесь у нас есть возможность, во-первых, у нас идет подсказка, какие типы колес могут быть установлены, то есть есть система P-метрик, так называемый, и Евро-метрик. Они отличаются тем, что в одном случае у нас идет буква P перед размером колеса, то есть P235-55R17, либо европейская система 235-55R17. Вот это просто нам для общего сведения. Стандартная нагрузка, либо когда в автомобиль нагружен больше, чем стандартная. Это тоже можно все поменять в меню. Давайте посмотрим. Нажимаем F3, OK. Мы можем прочитать те установки, которые стоят на данный момент. Это стандартная нагрузка для передних колес, для задних колес и стандартное значение давления 220 кПа. То есть давление 220 стоит как базовое номинальное давление, относительно которого система будет определять, достаточно ли накачана шина, либо не накачана. То же самое и для задних колес. Здесь мы прочитали информацию в блоке, то, что у нас записано. И также прибор позволяет нам изменить эти данные. Заходим в прописку. И вот здесь мы можем выбрать, например, давление для нормальное давление для передних колес. Давайте посмотрим, что здесь нам предлагается. Испадающее меню. И здесь мы выбираем необходимое давление. То есть, если мы хотим, например, для экономии топлива более высокое давление использует в шинах, и чтобы нам об этом не свидетельствовало отклонение от нормы системы, мы выберем просто значение больше. Вот, в общем-то, так можно установить для передних колес, для задних колес и изменить стандарт. Вводим основное меню. В принципе, вся информация, которая у нас есть по диагностике, она здесь представлена. Итак, возвращаемся в основное меню. Здесь у нас есть стандартный также пункт активации датчиков, когда мы активируем каждый датчик у каждого колеса. И сейчас будем активировать каждое из колес. Начинаем с переднего левого колеса. Переходим к переднему правому. Заднее правое и заканчиваем передним задним левым колесом. Итак, мы можем сохранить наш опросный лист. Вот такого он имеет вид. По каждому колесу идентификатор, текущее давление, температура в шине и статус батареи. Все колеса у нас в норме. Батарея, давление везде более 2 бар и температура 20 градусов. Таким образом можно проверять датчики в колесах, соответственно, считав их параметры. Далее мы можем эти данные сохранить и перезаписать на новые датчики. Есть программирование датчиков либо в автоматическом режиме, либо вот этот вот вариант, который отличается как раз модель T2000, клонирование через OBD.
Давайте посмотрим, что позволяет сделать это меню. Итак, выбираем клонировать по UBD. Связываемся снова с системой. Нам показывают ID каждого из датчиков. Здесь мы выбираем программирование. Мы вводим этот номер, который у нас уже существует. Тем самым мы сделаем точно такой же датчик с таким же идентификатором, как у нас сейчас установлен на машине. Для чего это используется? Это удобно делать, когда у вас есть два комплекта дисков, зимний и летний. При перестановке на зимние шины вам нет необходимости заново прописывать датчики, потому что в блоке управления прописаны тот же самый ID. И датчик у вас имеет и летний, и зимний, все повторяются и дублируются. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Нажимаем «Да». Нам теперь необходимо поднести датчик. Итак, датчик у нас запрограммирован и является аналогом датчику, который установлен нам на переднем левом колесе. Соответственно, после этого нам достаточно установить этот датчик в диск и поставить на переднее, например, левое также колесо. И при переходе с летних на зимние шины у нас никаких не будет ошибок и не потребуется дополнительной активации датчиков. Итак, давайте проверим. Запоминаем ID датчика 301-4D-FFA. Возвращаемся назад. Допустим, выбираем «Активировать датчик». Датчик у нас прочитался. Вот его идентификатор 301-14DDFA. Давление у него 0, частота 433, температура 18 градусов. И как мы можем видеть на панели приборов, датчик уже переслал свои данные в блок управления, и мы видим, что машина предупреждает о том, что у нас нулевое давление в переднем левом колесе. Таким образом, мы можем прописать все четыре датчика и установить их на диске.